В связи с постановлением области от 15 мая 2018 года, а также законом о нерегулируемых и регулируемых тарифах, было принято решение с 1 октября о Моршанском АТП и о Авто-5, директор Марин, повышаются тарифы на проезд в автобусах с 15 до 17, в газелях с 16 до 18. В связи с законом, который нам позволяет повышать тариф, мы могли его повысить, ну, соответственно, предупредив об этом администрацию, уже, так сказать, и в том году, и в начале этого года. Сами тарифы не повышались уже несколько лет. Вся область у нас уже, наши перевозчики, так сказать, которые осуществляют перевозки по городским маршрутам и по пригородам, уже с мая этого года тариф повысили. Мы немножко, так сказать, решили, посоветовавшись с Авто-5, решили сделать, так сказать, небольшой, может быть, сюрприз, как может быть приятный нашим горожанам. И тянули до последнего, сколько тут могли. Ну, год, конечно, сохраняются, да. Ну, соответственно, также теперь будет половина не от 15 рублей, а от 17, и в газелях маршрутка, соответственно, от 18 рублей.